Сегодня мы приготовим греческий салат. Секрет этого салата заключается в сезонных, спелых и ароматных овощах. Сначала приготовим салатную заправку. В миску выжимаем лимон, добавляем оливковое масло и сухое орегано. Орегано можно заменить прованскими травами. По вкусу добавляем немного соли и свежемолотого перца. Заправка готова. Займемся овощами. У помидоров вырезаем плодоножку и нарезаем их крупными ломтиками. Как я уже говорила, помидоры нужно брать спелые, сезонные, мясистые, ароматные. Они зададут тон и вкус всему вашему салату. Также берем свежие молоденькие огурчики и нарезаем их крупными колечками. Огурчики должны быть хрустящие, тогда текстура салата будет интересной. Вырезаем плодоножку у перца и тоже его нарезаем крупными кусочками. Кстати, если вы готовите салат зимой, например, и у вас нет свежих и вкусных помидор, потому что они доминируют в этом салате во вкусе, возьмите помидоры черри, получится тоже неплохо. Красный крымский лук нарезаем полукольцами. Это сладкий сорт лука, и он просто идеально подходит для греческого салата. Нарезаем кубиками сыр фета. Его также можно заменить брынзой. Так как это достаточно соленые сорта сыра, мы очень аккуратно солим салат, чтобы не пересолить его. Теперь, когда мы подготовили все ингредиенты для нашего греческого салата, начинаем его собирать. В миску кладем помидоры, немного их солим, чтобы они пустили сок. Добавляем огурцы, болгарский перец, красный крымский лук и черные оливки, или как у нас их называют, черные маслины. Я взяла оливки сорта Каламата. Если вы не найдете в продаже этот сорт, то возьмите обычные черные оливки или маслины. Перемешиваем салат и в последнюю очередь аккуратно раскладываем кубики сыра фета или брынзы. Поливаем салат заправкой и подаем. Наш греческий салат готов! Спасибо за внимание, спасибо за то, что вы были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт готовимдома.ру, оставляйте комментарии под видео, а мы желаем вам приятного аппетита и прекрасного летнего настроения!